В преддверии профессионального праздника в Ленинске-Кузнецком чествовали работников жилищно-коммунального хозяйства. Заместитель главы города по ЖКХ Сергей Кнутарев поблагодарил приглашенных за ответственное отношение к делу, а также наградил лучших представителей отрасли. На торжественном приеме порядка 50 работников жилищно-коммунального комплекса были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами администрации Кемеровской области и Ленинск-Кузнецкого городского округа. А Людмиле Казаковской, директору предприятия «Комсервис ЛК», вручена медаль за бизнес во имя созидания. Кроме того, на губернаторском приеме, который проходил в Кемерове, золотыми именными часами награжден мастер по эксплуатации водопроводных сетей ООО «Водоканал» Юрий Болдов. А медаль за веру и добро получила начальник лаборатории «Водоканала» Людмила Медведева. Медалью за особый вклад в развитие Кузбасса второй степени отмечена начальник управления жизнеобеспечения Ольга Михайлова. Как подчеркнул Сергей Кнутарев, благодаря работе коммунальных служб этой зимой в городе удалось избежать серьезных технологических нарушений, а все возникающие проблемы решались в штатном режиме. Подробнее о торжественном собрании в ближайшем выпуске «Городской панорамы». Очередной выездной прием граждан прошел в школе номер 20. Более часа на наболевшие вопросы жителей отвечали заместители главы Ленинска-Кузнецкого, депутаты Совета народных депутатов, представители правоохранительных органов и Совета ветеранов Ленинска-Кузнецкого. За работой выездной комиссии наблюдала наша съемочная группа.